Ну, скажи так, что мы хотели победить, настраивались на победу, ехали сюда за 3 очками, но, видимо, чуть-чуть чего-то не хватило. Я считаю, хорошая боевая игра в исполнении 2 команд, поэтому как-то так. Разбирали соперника, чем удивил сегодня, или были какие-то, может, тайные ходы от них? Да нет, тренерский штаб за этот микроцикл недельный рассказал, о чем мы будем отталкиваться. Вот, то есть не скажу, что мы там прям как-то персонально по каждому игроку готовились к Жодинскому, но мы стараемся отталкиваться от своей игры. Вот. Поэтому тренерский штаб, я еще раз повторюсь, что все рассказал, все показал, поэтому все было понятно. Вот. А впереди игра домашняя с Ислачью, как настроиться на такого сегодня соперника, как даже идет? Ну, если посмотреть в календарь, то у нас нету, не осталось каких-то там слабых соперников. В этом году вообще в чемпионате все плюс-минус одинаковые, поэтому ни с кем просто не бывает. Вот. Будем готовиться, у нас все зависит от нас, поэтому вот.